У меня это вот здесь это как бы началась эпилепсия. На війні. Да. Хворий Сергій з Мордовії. Каже, на війну в Україну йти не хотів. Російський воєнком заманив обіцянками та пляшкою горілки. Он предложил этот, я ему сказал, что я не поеду, на Украине война. Вот. Но все-таки он меня уговорил. Но уговорил он меня, как, он мне предложил выпить. Ну, я любитель был выпить. Обіцяли роботу в тилу. У підсумку, з минулого жовтня окупанта почали кидати по позиціям. Вот так вот по лісополкам кидали, где там бліндажі, окопи копали, стали частенько забирати народ. Ну, там чоловік по 15, по 20. Куди забирати? Ну, на передову. Одного разу вночі забрали і Сережу. Відправили брать Работіна. До місця окупант так і не дійшов. Довела вона мене до лісополосу. Вот. І надо мною повісли вже другие птички. Ну вот он мне по рации говорит, беги. Я ему отвечаю, я говорю, куда бежать? Куда, говорю, бежать? Я говорю, у меня ноги и так не этот, не годны. На просте питання, хто розпочав війну, відповісти Сергій не може. Я не знаю, хто її розв'язав. Хто зайшов на територію України? Русські. А ще, каже, зрозумів, війна – це плохо. В цьому переконався і під час боїв за Авдіївку. Вот этот, когда Авдіївку брали, это уже наша 74-я бригада. Я был этот, там как бы на закрепе. Я не этот, как бы не стрелял в людей. Я просто был в укрепе. Это не освобождение, это полное уничтожение. Я даже вот сам поражаюсь этому. Слідчим СБУ обіцяє більше не сунутись до України. Русаків закликає робити так само. У кого заканчивается контракт, бегите, бегите. Здесь мы никому не нужны. Просто нас кидают как пушечное мясо. Сами сидят в блинчиках, в блиндажах отсиживаются, а нас кидают, как пушечное мясо. Бегите, ребята, бегите.